Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и знаете что? Да! Это то самое, что вы подумали. Снуйперы. Снуйперы в Майнкрафт. Вы меня просили, вы ставили лайки на предыдущую серию, поэтому... Вот я решил выпустить еще одну серию, но... Кто сейчас не поставит лайк тому... Ну вы поняли, если что, да? Если ты не поставишь лайк, ты недостоин называться снайпером. И ты недостоин смотреть эту серию снайпера. Прежде чем просить еще одну новую серию, надо влепить лайкусик. Потому что мастер снайпер ниндзя Эдисон не зря столько задротил в шутеры, чтобы показывать вам свой скилл, и вы за это не платили лайками. Поэтому лайка, подписка, комментарий, и все будет. А мы погнали убивать нубов. Да. Пацан Тре, вопросик. Вы соскучились по снайперам или нет? Конечно, вы у меня на мушке. Я их ненавижу. В смысле? Ир, ты что, офигел? Так, Игорь, предатель. А что мы без F5, да, играем? Без F5, Игорь. Кто с F5, тот... Тот пиписюлька. Пиписюлька. Тот петушок. Петушок. Так петушки, но... Ой-ой-ой. Кто узвался? Да, Игорь? Во-во, я об этом же. Я об этом же, Игорь. Я тебя пародирую, как бы. Ай, слышь, Игорь, он тебя... Он тебя еще оскорбляет, Игорь, ты это слышал? Я тут спокойно спрятался, чухаю на ноздрю. Ну, сраный Игорь, конечно. Что ты там чухаешь, а? Что чухаешь, а? Левую ноздрю я чухаю. Ничего такого противозаконного. Сейчас я расстреляю, понимаешь? Расстрелять. А как безумный фащик? Мы это все знали прекрасно, да. Ой-ой-ой-ой. Так, подождите, а что это такое? Мини-гла, мини-ган экспозинг? Мини-глан, да. Есть гранаты, есть? Лучше не надо. Не надо вот этого всякого, Игорь. Успокойся, пожалуйста, успокойся. Ого, тут оружия, оказывается, очень много. Да, согласен. Да, я тоже согласен с этим вообще. Вообще, абсолютно. АК-47. АК-47! АК-47! Уще... Подожди. Это Игорь стрелял, или ты? Ты что ты делаешь, Игорь? Ну блин, это что-то фигня. Ну кран-то не сгорит. Да ты кран-то не сгорит, но ты как бы поле обзора загоражаешь. Жопа, пацаны, там лес горит. Туши, дебил, туши! Нормально. Этот fire tick отключил. Fire tick, fire resistance, пацаны! Там у меня огонь загоражает. Ты понимаешь, это реалистичные условия войны. Вот. Я тебе сейчас такие реалистичные условия войны. Сейчас мы тебе нареалистуем. Сейчас мы тебе в Бердянск приедем и... Паскуди. Это уже угроза, Ребята, если вы не увидите завтра у меня видос, знайте. А кто тебе? Никто тебе не угрожал, Игорь. Что тебе нихрена? Ты меня видишь, не понял, сразу потупел. Я что, не понял ни хрена на самом деле. Да, может это как бы не мы тупые. Может, я, конечно, ни на что не намекаю, да, я вообще не на что. А ты, Игорь, слышал это? Да видел, Жека F5 нажимает. Я не нажимал ни разу F5 за. Ох ты, паскудник! Ты дебил? Я слышал звук такой. Мало что там. А да нет, а ты меня ударил, как. Пошел в сраку, пошел ты в сорокотень делю. Он с ума сошел, Эдисон, он еще и выстрелы какие-то слышит походу. Евген! Так, еще раз так меня назовешь? Хорошо, я больше не буду, больше отвечать. Я возьму эту снайперку? Не-не-не-не-не, пожалуйста, больше не буду. Да ты задрал, Игорь! Да ты дурак или что, я вообще... Он меня бьет рукой, Эдисон, накажи его, хикни его, забанил. Я буду ударить Эдисона, чтоб он поверил, вот я ударил. Наконец-то, уже заколебался я, все! А откуда, где ты был, подожди? Вот. Там, где был я, там был и Эдисон. И логично, логично. Второй раунд, пацаны, второй раунд. Подождите, ага, мимо до 0, я забыл. Ооо, кто-то читерит уже. Таймсет 0, или не надо? Зачем? Такая атмосфера была. Понимаешь? Ночного города. Так, зашибись. Так, что я нашел? Я что-то нашел такое. Прикольно. Да что ты за дурак-то? Как ты меня все нашел? Я в новом месте находился. Что за прикол? Я не буду с Эдисоном больше играть. Что это за дебилизм? Как уже я умею? Я вообще не выкупил. Я даже высунулся, только высунулся и все. Он как будто знал, где я сижу. А ну, придурок, признавайся.
Я не придурок, я не признаю. Он знал! Он знал! Ну, да ты соп... Дебил! Ты что? Я просто плюнул. Ты что меня пугаешь, дебил? Ты смотри, какое это какое. Ну, ты дебил, конечно, Shadow Priest. Теневой персик, конечно, да. Мокрый асфальт, я помню. А шо это такое, мы туда-сюда? Где этот лысый? Я не понимаю, я не понимаю. Лысый оборка, дай пирожка. Лысый из... Не дам. Из Blizzard. Где ты? Blizzard. Где ты, Евген? Я? Смотри, он шутку не оценил, Эдисон. Да он вообще, я говорю, побрил мозги свои. Да нет, ну просто шутка такая, шутка просто такая заезженная, что как бы что я оценил. Хотя уже пошутили, да, про тебя? Тебе уже, да. Откуда? Че ты обосрался, на? Так, немножечко, немножечко. Я такой носком стреляю. Хорошо, третий раунд, уже по счету идет к нас. Лысая карлица, с***! Чё тебе смешно? Вы посмотрите, как им... Мне понравилось, я посмотрю, не обзыватель. Лысая карлица? Это нормально, мне зашло. У нас тут... Жопное говно. Вот-вот, у нас тут обзывалки вне серии, так что вы не удивляйтесь, ребята. Это нормально. Просто... Лысый из Blizzard такое, вот, ну, да. Лысая карлица. Это вот. Нормально тоже. Да. Кто? Скинхэн. Обращайте внимание, мы тут новые клички для Жеки придумываем. Так. Лысая карлица. Скинхэн. Болтай. Так, хватит. Да, так. Дебилы. Я не могу играть, подождите. Ничего не вижу. Он еще её слеп, понимаешь? Лысый из Людей Икс, понимаешь? Он не лысый. Ну, будет лысый. Я знаю, кто-то на кране, блядь. Ой. Собака! Ну с третьего раза попал. Арарат и Арбат? Арарат и Арбат, да. Би-б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 и. Так, а где этот был? У нас тут двое. Хохол обнаружен. У нас тут двое. Да он не хохол, он псевдо-хохол, а ты настоящий хохол. Ползает, он ползает, он ползает. Смотри. Письку не поцарапай, Игорь. Одержимый ползун. Так, сейчас тебе. Чё вы там замышляете? Я знаю, что вы что-то замышляете. Если на меня в бок ты. Ебой! Ах ты ебаный! Конфетка, конфетка просто! Ну ты писька. А ты лысая писька. Я бы не сказал, что это плохо. Ничего не гори, Игорь, молчи лучше. Какой он еще? 2-1-0, да? Лысый бубик. Мне кажется, уже это достаточно. Я просто... Бритый кактус! Не, вообще, нормально просто, все меня обзывают, это что такое? Это незаконно, все нормально, все нормально. Ты жалкий. А можно я еще кое-что скажу? Ну давай. Сеньор помидор. Бля, скоро стану сеньором бомбиньоном. Опа, вот и хорошо. Ааа, вы меня что-то заколебали, пацаны, честно. Ты где был, паскудник, а? Та-дам, та-дам, та-дам.
Ну ты зараза, конечно. Я советую бежать туда, куда ты хотел. Игорь. Нет, ты не советуй этот. Игорь. Игорь, беги. Беги, Игорь, беги быстрее, пока, быстрее! Пока не поздно, Игорь, беги! Игорь, беги, пока не поздно, беги! Так, а где эта коленка с глазами? Все понятно. Коленка с глазами. Капец, это просто, Жека, ты очень хорошее действие совершил. Я всегда думал, как тебя можно по-другому называть. Натурал с меня с ножа убивать! Нет, третий раз за эту серию с ножа убивают! Нормальный Игорь подкрался! Я одобряю, одобряю! Незаметно! Целится, целится! Я думал, стрельнуть в него или зарезать? Зарезать! Пары! Два уже балла, да? Да, 2-2-0 у нас. Пацаны, я вам хочу так сказать, потому что это последний раунд. Если, конечно, Жека не затащит. То есть ты в меня так не веришь. Я говорю, если, конечно, Жека не затащит. Ну, ты имеешь в виду в начале последний раунд, а потом, если Жека не затащит. Заметь, все крутые чуваки в боевиках лысые. Мне кажется, Жека сейчас должен. Вин Дизель, вот именно, Жека. А, Вин Дизель. Крепкий орешек. Ладно, все, хватит, а то Жека обидится, что он разговаривает. И не будет записывать с нами снайперов больше. Я целый день терпел, пацаны, поймите меня правильно. Мы понимаем, Игорь. Дисклеймер, здесь очень много обзывалок про лысый. Ты поставил там дисклеймер? Лысые, не обижайтесь, да? Посмотрю. Лысые, не обижайтесь. Беременные лысые лучше не смотрите. А почему беременные? Ну, всегда, типа, 18+, беременными, там, сердечно больными не рекомендуется. Тут еще и лысый будет. Лучше вообще не смотреть. Лайки ставьте, Я что-то тоже такое не видел на самом деле. Это блеснуло в глазах, понимаете? Лысина твоя. Ну как, я бы ее не увидел сам. Не знаю, отражение от монитора. Шо упало? Шо упало? Жекины волосы. Да вы где? Где меня держать? Давайте будем держать в Майнкрафт. Отброс общества — это отброс волос. Понимаешь, почему так бы долго прицел включается на снайпер? Да я сам не в курсе, на самом деле. О, я хочу его сжечь. Какой мне друг? Видите, он хочет сжечь своего друга. Ну как? Я по тебе пальнул! Я тебя вот взял прям... Я ни хрена не услышал, ты столько раз пропал. Ты главное не нервничай, а то остальные волосы... Я говорю, что ты у меня был прям в центре прицела, понимаешь? Прямо по середочке! Чего вы смеетесь? Я не слышал, что ты сказал. Говорю, мне нервничает, распили волосы. Пошел нахрен! Нервные клетки не останавливаются, как и волосы, понимаешь? Спасибо. Все, хватит, пацаны, хватит. Я предлагаю на этом закончить. 3-2-1 счет. Вот. Пацаны, хорошая серия, и что самое главное, веселая, вот. Я предлагаю вам поставить много лайков, если вы хотите продолжение снайперов и больше каламбуров про Жекины волосы. Оставьте лайки, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на наши каналы, всем удачи и всем до свидания. Пока. Автор этого ролика противоугонные волосы. Пошел сраку, сюда иди. И также можете посмотреть ролик Жеки, где я сыграл роль Лунтика. Лунтика, да, вы не ослышались. Поэтому, если хотите, переходите, смотрите и ставьте лайкусики.